Идешь гулять? Привет, это мой велосипед. Да мы просто проверяем, пригодны ли эти велосипеды для езды. О, ваш, кстати, нет. На какой-то уже стадии горя? По-моему, почти в конце. Да, мне ее жалко. Она все перетерпит. Но здорово, что она живет с дядей. Можешь меня выручить? Джорджи очень хорошо учится, спасибо. Эмоции контролирует? Мы сегодня едим спагетти болоньезе. Это меня успокаивает. Ты Джорджи? А кто спрашивает? Я Джейсон. Твой отец. Надолго не пущу. Я уеду, когда захочу. А вдруг он крутой гангстер? Может, он отсидел? Слушай, есть такая теория. Не, он не вампир. Это же тупость. Как думаешь, он останется? Да плевать. Думаешь, раз ты явился и извинился, то все нормально? Твоя мама не хотела, чтобы я остался. Она так и сказала? Я сам знал. Ты даже не старался. Давай, нормально работай. Эй! Бежим, 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 бежим! Зажигалки не было. И еще одну. Дуй. Я не думала, что ты мне нужен. Ай, шердяй! Я не прошу заменить мне маму. Но мне нужен хоть кто-то. Потрясно. Полный кошмар. Кошмар? Да.